Дело в суд. И какое дело? Предполагаемому виновнику ДТП, которое произошло более года назад, в Иркутске предъявлено обвинение. По версии следствия, 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на сотрудников полиции и водителя легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали 10 человек. Свои действия подозреваемый объяснил очень просто. Якобы он хотел помочь сотрудникам ГИБДД задержать правонарушителя, за которым устроили погоню.